здесь дверь, вход. Вход в кабинку. Ну, тут унитаз. Это стиральная машина. Получается. И здесь умывальник. Так, два будет унитаза, да? Два унитаза, два умывальника, одна ванна, одна кабинка. Короче, два полноценных санузла. В каждом можно и помыться, и посидеть на ножке. Один мы, один Жо. Приехали как дедушка. Богодухова. Папа может спать в ванной. Чего ванна? Ванна будет 1.70 м, ты влезешь. Это будет твоя комната. А получается вот тогда до стекла, вот там вот стена будет вот эта вот. Вот то будет коридор. Что Рома говорит, что со стенами? Штукатурить, да? Какие стены? Ну вот эти все. Ну тут ладно. Конечно, штукатурить, а как? Не, а вот это штукатурить будет, штукатурить будет или гипсом? Да зачем гипсом? Штукатурить, а что? Что это? Мне кажется, штукатурить дороже. Да? Да, по-моему, нет, гипс ну, наоборот. Да. А, гипсом дешевле, да. Нет, перегородки чем? Гипсом будут. Вот это, да. Чем мы хотим, тем и будет. Вот эти будут гипсом, а вот те кирпичом. Потому что там что повесить. На гипс еще ничего не повесить. Нет, ну ты же видел, что как на гипс они шпарят это. Прикладные. Так это надо знать, что вешать. Ну, да.